Всем привет, с вами Саша. И сегодня мы будем открывать новые киндеры супергероев с моим котом, который лезет в камеру, да? И вот мы взяли 5 киндеров. Ну, что успели взять, то взяли. И давайте начнем с вот такого супергероя. И, кстати, тут написано то, что 100% игрушек с коллекции. Значит, 100% нам сейчас повезет. Так. Обертка в сторону. Шоколад. Не хочет. Жаль. Ну, хорошо. Так, и тут у нас... Это Супермен. Так, и что? Вот такой вот Супермен. С ручками. У него тут что-то сзади. Можно... Так, надо посмотреть инструкцию. Инструкция. Это можно... Так, помогите. Я что-то не понимаю. Так. Это может... Если он тут... О, точно. Надо убрать его вот так. Мы вот так... Тут так делаем. И он руками так взмахивает. Так, ну давайте перейдем ко второй. К второй душке. Так, это флеш у нас такой. Так, 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 так. Так. И флеш. Нам подарит. Флеш нам подарит. Извините, видео прервалось, но во втором киндере был тоже вот такой вот Супермен. Ну и мой кот сбежал, пока мы настраивали телефон. Так, третий киндер — это тоже Супермен. Хоть бы там попался не Супермен. Это будет 5 Суперменов. Так, он открывается. И водка. Супермен. Нет, даже не интересно стало. Смотрите, сейчас я наколдую Супермена. Так, сейчас. Тра-ля-тра-ля, Супермен в киндере появись. Сейчас достану из киндера Супермена. Я с магией никогда не ошибался. Моя магия не подведет. Видите, я же говорил, моя магия. Упал. Моя магия не подведет. Ха-ха. Боже. Ну и в четвертом Супермен. Да. Надо было другие брать. А то все забрали, вот только осталось такое. Люди, походу, как знали, то, что будет. Ура! Это подводный герой.
я придумал. Этому городу нужен новый герой. Нет, этому городу нужен новый герой. 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 Опа, вот так. Ну, что сказать. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.